всего 360 дней. Оставшиеся 5 считались безымянными днями. Майя верили, что каждый год с наступлением безымянных дней открываются врата в подземное царство. Ha!
пепла! Thank you.
иероглифы майя. Место страха. Это точно Шибальба, загробный мир в религии майя. Владыки Шибальбы убивали людей ради потехи, запирая их в комнатах с хитроумными ловушками.
Мидгардский змей Йормунганд, что лежит на дне океана, опоясывает весь мир. Начало Рагнарёка. Йормунганд выходит из моря, затопляя сушу и выплевывая клубы ядовитого дыма в воздух. Последняя битва богов. Тор убивает Йормунганда своим молотом Йолниром, но отходит всего на 9 шагов и падает замертво, сраженный змеиным ядом. Йормунганд. Мидгардский змей. Все эти руины стали источниками мифов о подземном царстве в более поздних культурах. Возможно, потому что их стерегут ходячие мертвецы.
все, чтобы достать молот Тор. Ты уже нашел более точные координаты? Да, я обработал фотографии, сделанные твоим отцом. Загружаю твой комплект. А что насчет второго завода? Пока еще не нашел их. Продолжай работу. Отлично. Я дам знать, когда прибуду на остров Янмая.